Картошку молодую. Кто хочет доесть? Доброе утро! Афанасий собирается в садик. Антоху да, тоже. Так, все, пожалуйста, Афанасий, давай собираться в садик, хорошо? Посерьезнее будем, да, Антош? Кепки надо там еще посмотреть в машине, по-моему. Так, пошли воду в бассейн, посмотрим. Уже почти набралась. А, уже, наверное, папа выключил. Потому что уже вот там до дырочек. Новую. Теперь 2 дня будет греться. Так, добавили 5 пачек соли. И химию все равно. Я 150 миллилитров альгицита налила. Таблетку. Таблетку я потом положу. А я сейчас. Нет, там хлор. Иди руки мой. Все, иди. Иди руки мой, быстренько. Зачем? Ну, потому что там хлор, а ты прям взялся там, где эта таблетка. Надо же... Афоня назад. Я с тобой буду. За рулем? Да. Все, поехали. Ну, давай, пока. А, да? Залазь, давай, пристегивайся назад. Ну, Фось, давай, уже время, котичек. Гриш, назад. Ты же видишь, что у меня там еще после парада не разобраны вещи. Все, давай. Ничего страшного, будешь потом, давай. Дети опять в этом. Возле Дома культуры я их остановила. Они пошли. Мам, пойдем кофетику. Так, я сейчас еду в школу, буду искать Серегу. У нас тут такой смешной случай. Родня нам уже отдала Серегины туфли. Получается, как бы прошлогодние. Потому что на Серегу они уже, естественно, будут маленькие осенью, а на Гришу как раз. Но мы берем, честно, на всякий случай, потому что бывают всякие разные ЧП. Вот, и чтоб туфли были. И вот, а у Сереги, оказывается, сегодня концерт по скрипке. А вот туфлей нет. Вот сейчас буду ехать искать Серегу в школе, чтобы отдать ему туфли. Ну что, пока мы повязали, у меня теперь есть полчаса, чтобы приготовить обед. Бульон уже сварился из индейки. Нашла там такие потрошки потрясающие от индейки. Сварила их, сейчас нужно какой-нибудь супчик на обед придумать. За полчаса. Картошку молодую я уже порезала. Ну, почистила, порезала. И сейчас буду процеживать бульон, доставать вот потрошки от индейки, которые я тут нашла чудесным образом в морозилке. И сюда сейчас процежу бульон. И будет супчик какой-нибудь рисовый, может быть, не знаю. Рисовый супчик готов. Он потрясающе пахнет. Очень ароматные специи добавила, знаете, сейчас покажу какие. Добавила только петрушку и зелень, потому что не знаю почему, но мне мама с детства говорила, что рис не дружит с укропом, поэтому может суп закиснуть, особенно летом, поэтому укроп не кладу. Вот такие вот овощи на углях. Маринад, ну здесь просто специи и соль. Очень вкусно. Немножечко совсем добавила, но аромат стоит очень приятный. И здесь чеснок, горчица. Что тут здесь, сейчас вам покажу. Вот тут куча специй. Но очень приятный. Аромат, поэтому мне понравилось. Потому что на углях мы как-то чего-то про овощи забыли. Но вот сейчас будет сезон, я думаю, будем делать уже свои кабачки. Поэтому хочется уже чего-то поджарить. А пока будет вот такой вот наваристый бульончик, рисовый супчик. Ура! Сейчас жду уже своего любимого мужа на обед. Заходите. Сейчас еще Антоха. О, а что там у Антохи? Антоша, что у тебя за штука? Это пулялка. А что у тебя за пулялка, Антоха? Ну, вот это помню, вот это вот. А, я помню, да. Ага. Запускать надо. Мам, а сегодня пятница. Сегодня четверг. Завтра уже пятница.
Все, мы уже дома. Знаете, у нас, когда наступает жара, то планы, по идее, должны все поменяться. Вот мы с утра были на огороде, и сейчас я вот в обед буду только делать домашние дела. Привезла детей, вот я приготовила покушать. Сейчас хочу заняться немножечко уборкой и попозже уже ужин приготовить. Слушайте, я только что навела порядок на кухне, выхожу на улицу. Здесь уже родители морковку намыли, а у нас тут дождь. Только под кондиционером сижу, а тут уже дождь идет. Вот, сейчас буду вязать морковку. Начинать. Мы морковку вяжем по 5 штук. Получается, сразу отсчитываем резиночки, чтобы знать, сколько пучков включила себе Ольга Бавария. Сейчас это как-то по-другому канал называется. И я смотрю. На фоне у меня. Афоня приехал. Афоня приехал. Афонька, ну расскажи, как в саду. Расскажи. Что, в саду? Понравилось. Понравилось? Афонь, тебе понравилось в садике? Не знаю, ничего не писали. А что, сегодня должен быть футбол? Да, ну если будет, то напишется нас. Гриша, воды поменьше, пожалуйста, напор. Гриша открывает мороженое. Как его открывать, Григорий? Такой кейс. А еще воду набираем. Макаем, держим. Стой, куда? Готово. Я так думаю. Куда? Ну, Гриш, ну куда ты? Ты вытри теперь все. Это Гриша пусть. О, готово. Я спелая варю муку. О, спелая. Ты держала. Ну вот это что такое? Вот это тоже ты с первого раза, Гриш? Не, я только с первого раза. Ну и что тут? Все хорошо. Кого воспитывать? Никого, никакого даже замечания не было, Афоня сказал. А, это шесть. Я первый раз зашел в ту группу, потому что я... А, ты прям внутрь заходил? Ну, да, нас уже... во вторую так неудобно, да? Как-то? Не, я зашел, говорю, а где Афоня? Там, говорю, это не раз. У нас, в общем-то, изменились планы. Танцы мои отменяются. Я прям сегодня категорически не хотела их пропускать. Вообще поняла, что пропускать танцы не очень хорошо, потому что два занятия, которые мы пропустили из-за того, что было у Афони день рождения и у Зои, я до сих пор не могу понять, как танцевать там припев нормально, поэтому думала, что сегодня никуда не поедем, но нет, сейчас мы едем на Красную площадь. В общем, посмотрите, зачем. Если что-то найдем, что мы хотели купить, то покажу. Сейчас все, мы заправились. Сколько у нас бензин? 47, да, 95, 43, 20, 92. Так, идем. Для какой-то? Не знаю. Там же нужно присутствовать, да, приезжать. Мы же все равно не будем. Пошлите. Короче, вот это вот никому не понравилось. И мне тоже. Вот такое. Вот это точно. Вот это мне нравится, но тебе не нравится, да? Но ты же синее что-то хотел. Нет, у тебя же там и красные полоски. Мне как раз будут красные губы. Ну, если хочешь, бери. Мне, мне вот это нравится. Ну, бери. Вам тоже нравится. Вам тоже нравится? Им все нравится. Мне нравится. Ну, все, тогда мама раздевается, берем это красное платье маме. Да, да, и это, и это. Нет. Какая мне нравится. Какая? Тебе нравится? Мама, здесь надо это отцепить. Да это надо отцепить, да и мы отцепим. Тебе нравится? Так, еще одна примерочная. Это уже рисует. А. Все, я раздеваюсь, раздеваюсь. И ты снимаешь это? Ну как? Берем? Показывать? Ту-ду-ду-ду. Мне, кстати, нравится. Всем нравится. Папе тоже нравится. Пап, тебе нравится? Нравится. Вот это нравится. Я вот вижу, что на ног... О, тут даже еще карман есть. Для телефона. Да. Нет, вот это классно. Оно еще погладится. Класс?
Все, вот это тогда берем, да? Мам, давай. Ну все, все, я раздеваюсь. Дома есть мамин суп. Что, вам не нравится, как мама готовит? Хватит маму угрожать. Заедем? Не знаю. Не знаю, да. Говорите все это папе. Что за то, что мы говорили? Чтобы мы уговорили папу. Поехали почили. Пройдемся. Давайте про суши. Афоня, иди сюда. Ну давайте зайдем. Куда? Мама сказала, не хочет, я ей предложила, но сказала. А я хочу! Да как? Мама, как ты могла? У меня первое слово. А это первое слово сделай здорово. Ну пошлите, пошлите. Папа разрешает? Так, все-таки у нас сейчас будет ужин. На красном диванчике. 25 минут, вам сказали. Эти полотенца сейчас изменили. А что там внутри? Ничего, просто вытирайте руки. Так, пап, как называется твое блюдо, ты запомнил? Хочу чуняки. Ну, что-то очень красивое там было название. Сказали что-то острое, с да. мидиями, да, по-моему? Да, наклоняйся только над столом. Так, а у детей комбо. Оно острое сейчас. Комбо с мини-бургером. Все, как хотела Фоника, да, Фоня? Вкусненько? А у Гриши, удон с говядиной, да, Гриш? А что? Там, и в каком-то там соусе. Да? Ну что-то с овощами. Сливочное. Да? Можно? Да. Нам еще что-то яблоко с киви, да, по-моему? Гриша что-то... Можно попробовать? Папа, а это... Только что решился. Прям на губы надо было. Вкусно? Не острое? Сейчас он догонит. 25. Так, кто хочет доедать? Наш этот. Давай я доедаю. Давай, давай, доедай. Но ты этот винь. Ладно, сейчас мама ешь. Ешь, ешь. Мама, ты будешь? Мама, ты будешь. Спасибо. До свидания. Надо кашу больше есть. А мы вообще с другой стороны вышли, да? Ну да. Афанасий Сергеевич. Антоша всем своим весом наваливается, как не может. Антоша своим весом, Гриш, ну ты такое сказала. Перышко. Смотри, какой у меня живот. Больше, чем у тебя. Мама, прости меня. Так, теперь заехали еще на мойку. И сейчас папа нас помоет, да, Афонь? Только какашки здесь. Афонь, это не какашки, это пена. Нет, это пока будет. А-а-а. Сам умоется, видишь как?